Здравствуйте! Подпишитесь на канал, ставьте лайк. Так, заходим в настройки. Очень необычная функция. Есть экспериментальная функция, дополнительная функция. Вот. Называется Labs. Вот первый. Labs — это экспериментальная функция. Некоторые функции могут правильно работать не во всех приложениях. Вот. Режим всплывающего окна. Вот. Что это такое? Смотрите. Включаем. Проведите от верхнего угла к середине экрана, чтобы переключить на всплывающий экран. Давайте попробуем. Вот. У меня не получается сейчас. О, получился. Например, TikTok. TikTok не поддерживает вроде. А, не поддерживает. Классно. Так. Быстрее. Так. Ну, вы главное знаете. Она мне просто не очень удобная, я бы сказал. Иногда частенько у меня не получается, поэтому я отключу. Ну, если вам удобно, то тогда вы можете включить. Не забывайте подписаться, поставить лайк.